друзі, телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр», студія Аніта Рашевська. Хто допоможе знайти загублені речі? І як правильно ставитись до скорбут? Ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Скорбі, як говорив святий Тихон Задонський, суть – сокровенна милость Божья. Человек должен в какой-то мере уподобляться Христу. Но мы видим земную жизнь Христа. В чем она состояла? Она состояла в пути к Голгофе. Это первый храм в честь святого мученика Иоанна Воина. На Руси он всегда был одним из любимых святых наряду со святителем Николаем Чудотворцем. Всегда святые спешат к нам на помощь. Всегда. Главное, чтобы мы были готовы к ним обратиться. Сьогодні, друзі, ми запрошуємо вас у гості до настоятеля церкви святого мученика Іоанна Воїна. Як звісно, розмова з духовною особою завжди корисна. Друзі мої, так уже історично сложилось, що город Николаїв – це город воєнний. С того момента, именно когда заложили город Николаев, всегда проживали военные, моряки и так далее. И, конечно, очень органично вписывается в город Николаев построенный совсем недавно храм. Храм во имя святого мученика Иоанна Воина. Ну, кто еще является покровителем всех военных? Конечно же, мученик Иоанн Воин. И сейчас мы с вами находимся на улице Военной. Видите, ну я же недаром говорю, что Николаев – город военных. Находимся на улице Военной, и там внизу расположена маленькая уютная церковь в честь мученика Иоанна Воина. А вот перед вами и настоятель этой церкви, отец Андрей. Отец Андрей, до церкви как добраться? Будьте добры. Да, дорогие братья и сестры, спаси Господи. Хочется сказать несколько слов, что у нас в Николаеве появился действительно новый храм святого мученика Иоанна Воина. Он уже является действующим. Мы расскажем о графике богослужений. Но самое главное, как вы правильно говорите, что надо знать, как к нему добраться. Вот мы стоим сейчас на улице Первая Военная, бывшая Акима. Здесь она пересекается с второй экипажной, с Володарского. Вот там у нас слева находится Киево-Могилянская академия. Здесь у нас здание МЧС чуть-чуть выше, университет бывшей Украины, ныне Пилипа Орлика. А вот там в глубине, как идти или ехать к заводу 61-го коммунара, буквально минута-две ходьбы пешим ходом. И на территории Николаевского науково-доследного криминалистического центра или криминалистической лаборатории МВД Украины находится маленький, как говорите, уютный храм святого мученика Иоанна Воина. Так что милости просим гости. Ну вот, друзья мои, батюшка благословил. Давайте посетим эту замечательную церковь. И вот, друзья, преодолев перекресток, преодолев небольшую дорогу, мы с вами уже стоим на пороге этой маленькой замечательной церкви. И здесь есть памятная доска, которая гласит, что сия церковь святого мученика Иоанна Воина сооружена стараниями начальника ОМВД Украины в Николаевской области генерал-майора милиции Слепанева Михаила Анатольевича и освящена Высокопреосвященнейшим Петеримом Николаевским и Вознесенским в лето от Рождества Христова 2011 года, июня месяца, 8 дня. Вот уже даже сам стиль написания этой памятной доски, он как-то настраивает на то, что мы попадаем в совершенно иной мир. В мир, где все любят друг друга. Отец Андрей, будьте добры, но действительно это иной мир. Да, конечно, дорогие братья и сестры, церковь всегда это иной мир. И церковь называют еще небом на земле. То есть, как бы она даже устроена таким образом, все храмы православные устроены, что они как бы прообразуют собой модель соединения земного и небесного, где, например, притвор
и средняя часть храма является как бы земной церковью. То есть здесь находятся верующие, здесь находятся молящиеся, но уже здесь они соединяются, потому что те иконы, которые мы видим в храме, или росписи, которые мы видим в храме, это уже признак того, что церковь земная и церковь небесная глубоко соединяются. И особенно как бы уже алтарь, отъединенный иконостасом от средней части храма, где стоит самая святая часть храма, это престол Божий. Мы верим, что на нем восседает Святая Троица, Отец и Сын и Святой Дух, который освящает своим божеством и всех нас. Поэтому, конечно, храм – это небо на земле, воистину. И вот сегодня мы стоим перед храмом святого мученика Иоанна Воина, как мы уже говорили, таким настоящим славянским храмом с березками, деревянным. Он посвящен святому мученику Иоанну Воину неспроста, потому что здесь потрудились как бы две, скажем так, религиозная и общественная сила. Здесь потрудилась церковь в лице высокопреченнейшего митрополита Николаевского и тогда еще Вознесенского Петерима. Здесь потрудился очень много протерей Виктор Обезюк для того, чтобы был построен этот храм. И очень много потрудились, затратив материальные и финансовые усилия, наши милиционеры. Управление Министерства внутренних дел в Николаевской области очень много отдали силы наши милиционеры. Они, конечно, тоже воины являются. Для того, чтобы почтить память мученика, святого мученика Иоанна Воина, их покровителя. Здесь есть надгробный крест и с перечнем имен и фамилий всех тех милиционеров, которые погибли в борьбе с преступностью. И мы всегда за них молимся, служим литики, служим панихидочки, за упокойное поминовение поминаем. И, конечно же, мы верим, что святой мученик Иоанн Воин будет охранять и наш город Николаев, и милиционеров в очень трудной, в очень непростой их службе. Дай Боже, чтобы это было так, чтобы всегда Божье благословение пребывало на них и на нас. И здесь мы видим, как сомкнулась церковь, как сомкнулась общественная организация для того, чтобы прославить Бога. Прославить Бога, а это ведь самая главная задача, дорогие братья и сестры, для нас, чтобы мы вместе славили Бога. И тогда мы будем получать благодать, и тогда у нас будет процветание, и самое главное, мир душевный, сердечный, духовное и телесное здоровье. И вот что интересно, дорогие телезрители, нас от того мира полного благодати и любви, отделяет всего один шаг. Давайте сделаем его и войдем в этот прекрасный мир. Да? Благословите, отец? Конечно, конечно, да. Пойдемте. Друзья мои, и сейчас мы непосредственно в самой церкви под деревянными сводами. Дышится как-то, если честно, скажу вам, совершенно по-иному. Ну а как иначе? Мы в другом мире, мы в церкви Божьей. И, отец Андрей, будьте добры, конечно, самая центральная икона святого мученика Иоанна Воина, потому что и церковь посвящена этому мученику. И это первая церковь в городе Николаеве, которая именно в честь святого мученика Иоанна Воина. А вот если честно, отец Андрей, чем прославился этот мученик, который является покровителем всех военных и всех служащих? Да, дорогие братья и сестры, хочется сказать, что действительно это первый храм в честь святого мученика Иоанна Воина в городе Николаеве. И, конечно, это связано с тем, что во многом этот храм строили воины, строили милиционеры. И поэтому они, наверное, всегда воины, которые, может быть, часто смотрят в лицо смерти, ходят по лицам опасности, они понимают, что очень важно заступничество Божье. И очень много решает даже не сила человеческая, не какой-то человеческий фактор, но в первую очередь Божья воля, покров Пресвятой Богородицы. И вот действительно появился храм
Николаевского мученика Иоанна Воина. Но здесь можно сказать еще краткую предысторию о том, что вот старожилы некоторые, все у Бога промыслительно. И вот некоторые старожилы говорят действительно, что как бы на этом месте был когда-то храм до революции. То есть здесь уже это не случайно возникло? Да, вот, ну, это промыслительно получилось, это получилось по Божьей воле, но как бы был уже здесь храм. То есть там есть два варианта. Либо он был на территории, где сейчас стоит Киево-Милянская академия, либо он был здесь. Но однозначно, то есть как бы храм вырос там, где стоял престол Божий, где служились божественные литургии в начале 20-го столетия. Так что у Бога все промыслительно. И, конечно, хочется сказать несколько слов о житии святого мученика Иоанна Воина. Житие его довольно кратко, но как бы емко. И можно сказать, что на Руси он всегда был одним из любимых святых наряду со святителем Николаем Чудотворцем. Почему так было? Почему это так? Потому что это был очень любвеобильный и очень милосердный святой. Он очень много сделал добра людям и продолжает делать добро и сейчас. То есть по своей блаженной кончине, по своему блаженному успению помогает добро делать и сейчас. Причем самое интересное то, что как бы для нас святой мученик Иоанн Воин был родственником. То есть по его житию святой мученик Иоанн Воин был славянином. То есть он где-то, может, был с Киевской Руси, ну, Киевской Руси тогда еще не было, но он, может быть, где-то был с этих славянских земель, там, как бы Киевщины, где современно, или, может быть, Белоруссии, России, или, может быть, он был с балканских славян, там, Болгария и так далее. Место рождения его неизвестно. Ну, известна его национальность, известно то, что он был славянин, он находился на службе воинской у нечестивого императора Юлиана Отступника. То есть это был такой император, он, по-моему, если мне не изменяет память, приходился то ли внуком, то ли правнуком святорунопосланного Константину Великому. И это уже был такой ренессанс язычества, то есть не ренессанс, а его называют агония язычества, последняя агония язычества. Когда в период правления императора Константина и царицы Елены уже язычество как бы было побеждено, но оно было побеждено не силой оружия, не какими-то там серьезными моментами, а просто оно уже изжило себя само по себе. И христианство уже как бы люди, большинство людей уже тогда Римской империи открыто признавали себя христианами. И вот как бы уже закон 313 года, Миланский эдикт зафиксировал о том равноправии язычества и христианства. И христианство, оно постепенно укоренялась в менталитете людей, потому что понятно, что это была Божья воля. И вот Юлиан Отступник, это был император, который попытался воскресить язычество. И святой мученик Иоанн Воин, он был христианином, славянин, он был христианином православным. Его император Юстиниан послал, чтобы уничтожать. Ну, он был спекулятором по-церковнославянски, то есть как бы палачом христиан, то есть должен был быть. Его посылали уничтожать христиан, уничтожать, то есть сажать их в тюрьмы, где-то дознавательство, ну, такое НКВД, выражаясь современным языком, языческое НКВД. То есть, ну, вместо того, чтобы православных христиан гнать, он, наоборот, тайно им помогал. То есть он приезжал и вместо своей как бы функции прямой, которую государство перед ним поставило, он вместо этого, наоборот, начал помогать христианам. То есть он их тайно вызволял из тюрем, тайно снабжал провизией, тайно вывозил, исцелял их там, и так дальше, и так дальше. И, конечно, то есть, и мало того, он помогал очень другим людям. Он очень много помогал различным беднякам, очень много помогал нищим, обездоленным, болящим. То есть это был такой человек совершенно любвеобильный. Он чем-то в этом очень был похож на святителя Николая, чудотворца Мирликийского. И за это, конечно, император Юстиниан прознал, что он так как бы поступает, скажем так, что он, да, как разведчик, как некий Штирлиц, да, там, скажем, в стане языческом. И он был за это наказан, он был заключен в тюрьму. Несколько лет его он просидел в тюрьме, несколько лет он как бы очень сильно мучился там в тюрьме, как бы, и, но он вышел из тюрьмы, и он
вышел из тюрьмы, и как бы житие его говорит о том, что он умер своей смертью, то есть он не был замучен, он умер своей смертью и умер в глубокой старости. То есть Господь ему даровал такую блаженную кончину, то есть как бы он уже глубоким старцем своей смертью умер, то есть как бы и место захоронения его мощей было неизвестно. Но была честивым христианом, место захоронения были открыты, и мощи в свое время торжественно были перенесены в Константинополь, где были положены в храме. До сих пор его мощи тоже есть, этого мученика Иоанна Воина, и от него, от этих мощей тоже проходило очень много исцелений. И как бы весь православный мир его очень почитает, потому что то есть, как бы, он очень скоро приходил на помощь, очень скоро, всегда. Особенно ему молятся о нахождении вещей различных, но не только, о скорбящих, о болящих, о путешествующих, о воинах. То есть он всем приходит на помощь. То есть, как бы, и это действительно так, мы на своей, так сказать, в своей жизни неоднократно убеждались в этой благодатной помощи святого мученика Иоанна Воина. Действительно, это такое, если можно выразиться, такой теплый святой, то есть любвеобильный, теплый святой. И люди, особенно вот Киевской Руси, мы как потомки киевских русичей, то мы можем сказать, что как бы он является одним из любимых в народе святых. И хотя, может быть, о нем не знают, о каких-то его... как бы нюансов его биографии. Нюансов, да? Его биографии, но мученика Иоанна Воина знают и почитают и любят. И как бы это имя на слуху, вот скажем так. И вот я в своей жизни тоже, у меня совершенно недавно тоже был случай, связанный с мучеником Иоанном Воином. Я как бы приехал в один храм на всеночное бдение, это было в Кульбаке, на преподобного Серафима Саровского, и как-то я, в общем, забегался и забыл, у меня такая сумочка, где находятся права и водительский паспорт. И я забыл, где я ее оставил, совершенно не помнил вообще. И мне показалось, что я приехал без прав. Ну, то есть без прав. То есть как бы так, по забывчивости, вот, в общем, такое случилось как бы со мной это. И я начал, так показалось. И я уже думал, ну, что делать? Что делать? Ну, может, надо было кого-то посылать за правами или куда-то ехать. Я уже вышел из храма. И я, когда во время искал сумочку, я начал молиться про себя. Святой мученичий Иоанне Воине, моли Бога о нас. И так повторял несколько раз. И я уже вышел из храма. И вдруг меня как будто, как называется, что-то тюкнуло в голову. Иди. Вот, и ты найдешь свою сумочку. Я действительно пришел в алтарь храма преподобного Серафима Саровского, сумочка висела на, как бы, на гвоздичке, понимаете, то есть как бы там в определенном месте. То есть я тоже считаю, что это благодатная помощь этого мученика Иоанна Воина. То есть надо знать, что всегда святые спешат к нам на помощь. Всегда. И особенно Пресвятая Богородица, и все святые, и святитель Николай, и святой мученик Иоанн Воин, они всегда нам готовы помочь. Главное, чтобы мы были готовы к ним обратиться. И они обязательно нам помогут. Вот, и главное, чтобы мы помнили, чтобы мы тоже в каком-то мере шли их путем. Отец Андрей, а идти путем Христа – это идти крестным путем, это идти путем страданий? Ну, совершенно верно. То есть, но, понимаете, как бы земной человек такой полуязыческого, скажем так, ну, мирского формата, он не понимает, он как бы считает, что жизнь должна быть услана розами. Но, и часто даже человек не понимает, что такое скорби и что такое болезни, и что такое всяческие лишения, что на самом деле это наше необходимое благодатное лекарство для спасения. Многими скорбями лежит дорога в рай, что скорби – это не просто, как бы, скажем так, не просто какая-то, ну, какой-то момент наказание, наказание, да? Наказание или боли, или негативный момент какой-то. Что скорби – это в первую очередь момент позитивный. Почему? Потому что вся наша жизнь, я неоднократно повторяю как бы эту фразу, это училище для души. Мы здесь, в этом мире, всего лишь навсего странники. Мы здесь, в этом мире, живем для того, чтобы научиться сделать душу небесной, готовой для Царствия Небесного. Как бы
переложить, перелопатить свою душу, то есть качественно ее изменить. В переводе с греческого покаяние, метаноя – это именно изменение, качественно ее изменить для того, чтобы она стала готовой для Царствия Небесного. И вот скорби и различные болезни, различные испытания, мучения в том числе, которые с нами происходит, это как раз то, что нас изменяет, то, что нас врачует. Это на самом деле благодатное средство. Скорби для нас полезны, потому что дьяволу наоборот, нужно, чтобы наши грехи были скрыты, чтобы их никто не узнал, и сам человек о них не знал, а потом после смерти что? Потом после смерти сразу ад. Потому что грехи-то есть, они никуда не делись, они были скрыты до смерти, а после смерти вскрылись. И душа с такими пудовыми гирями, она проваливается прямо сразу в ад, поэтому нам обязательно надо их скрывать во время жизни. И скорби, они как раз помогают нам скрывать. Тем более человек должен в какой-то мере уподобляться Христу, земной жизни Христа. Но мы видим земную жизнь Христа, в чем она состояла. Она состояла в пути к Голгофе. Она состояла к крестному пути. И в какой-то мере мы тоже должны идти крестным путем. В каком-то мере, как говорят святые отцы, жизнь православного христианина – это бескровное мученичество. Но мы должны знать, что мы не просто идем на мучение, на бесконечное мучение. Мы идем на Голгофу, потому что с Голгофой будет воскресение. И как сказано в Евангелии, помните, что пшеничное зерно, если не умрет, оно останется одно. А если умрет, принесет много плода. То что это означает? Что это означает? Это означает, что если мы будем распинать свои страсти, свои похоти, если мы будем распинать на кресте, бороться со своими грехами, если мы будем умирать, чтобы это наше плотяное, ветхий наш человек умирал, то тогда воскреснет душа, тогда воскреснет наш небесный человек, понимаете? Отец Андрей, будьте добры. Да, скорби, возможно, они и полезны, возможно, они очистительны, но, тем не менее, большая часть людей инстинктивно не хотели бы, чтобы были скорби. Дьякон во время Ектеньи возглас дает: «Да избавимся от всякие скорби, гнева и нужды». Но имеется в виду что? Имеется в виду то, что, то есть, понимаете, все слова, слова некоторые могут иметь двоякое значение. То есть, конечно, там скорби, он просит об избавлении от скорби, то есть внешних, то есть что имеется в виду? От тех врагов, или от той болезни, или от какой-то там печали, там каких-то внутренних нестроений человеческих, просит об избавлении. Но опять же просит кого? Просит Бога с осознанием того, что если скорбь это есть, то она тоже ему нужна и полезна. И когда он просит, и, конечно, мы должны просить, это не означает, что мы должны себя бичевать там, или резать себе там, кожу там, и так дальше. Но мы должны осознавать, что если они посылаются нам, то они для чего-то полезны. Скорби, как говорил святитель Тихон Задонский, суть – сокровенная милость Божья. И это тоже надо понять. А так, конечно, понимаете, диакон, когда говорит на Ектеньи, то есть, и вообще, это общественная молитва. То есть, это когда мы просим за народ, за весь мир, скажем там, за все человечество, чтобы Господь продлил жизнь, чтобы Господь избавил нас от скорбей, дал нам решение. Но в молитве есть один такой очень важный момент. В молитве есть богоцентрическое, теоцентрический элемент, самое главное. То есть мы просим Бога. И вот если мы попросим Бога, то Он избавит нас от скорбей. Потом почему? Но самое главное, чтобы мы попросили Бога, и тогда будет. А скорби часто даются именно тогда, когда человек где-то забыл Бога, где-то, чтобы его вернуть Богу, тогда часто даются скорби для того, чтобы он остановился, одумался и пошел путем православия, путем христианина. Но и, конечно, понимаете, здесь в скорбях, то есть это многозначное слово, то есть скорби, и его можно воспринимать двояко, то есть многопланово. То же смерть, в плане точно так же смерть, негативно или позитивно? Смерть негативно или позитивно? Да, мы просим у Господа, чтобы там продлил нашу жизнь. Но если пришла смерть, смерть – это же ведь Божье установление, то есть она рассекает душу от тела для того, чтобы человек более не грешил.
Ну, понимаете, вот как бы, то есть это такой вопрос интересный. Мы просим у Бога избавления от скорбей, просим у Бога недопущения этих скорбей. Но если они уже пришли, если они есть, то есть ни в коем случае человек не должен отчаиваться. Не должен, он должен просить избавления, отступления, ну, чтобы скорби не было, нормальной жизни, но не комфортной, расслабленной, ленивой жизни, а жизни воина Христова, жизни православного христианина надо просить. Вот, и как бы, и, конечно, что просим избавления от скорбей, но если скорби эти пришли, их надо воспринимать как лекарство. Понимаете? Не наражаться на них, говоря украинской мовой, искать их скорби. Но если они уже есть, надо подумать, для чего они мне нужны, для чего Бог их мне послал. Сьогодні, друзі, ми з вами відвідали Миколаївську церкву святого мученика Іоанна Воїна. І з вуст отця-настоятеля почули глаголи вічного життя. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.